Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я писала видео по проекту DayTrade, где нам дают бонус. У них акция $50, друзья. Я показала, как получить этот бонус. Ну, записала все, опубликовала и пошла своими делами заниматься. Потом захожу в кабинет. У меня бонус получен. Все на иностранном языке. Вот здесь попробую я нажать на русский язык. Значит, смотрите, у меня изменился кабинет. У меня теперь вот здесь Altron 2. Значит, здесь сторона команды, это бинар. Я переставила сюда, вот кликнула правую ногу слева. Вот правая нога у меня. Здесь галочка стояла по умолчанию в левой. Ко мне пошли партнеры. Значит, как я раньше говорила, здесь сразу находится наша реферальная ссылочка. Давайте пройдемся по, как бы, по вкладочкам. Все изменилось. У меня исчезла вкладочка «Купить». Стало апгрейд. Если мы переведем на английский, будет апгрейд. Смотрите, кликаю, и у меня здесь все изменилось, как бы. Вот. Нету такого теперь. Далее. Вот здесь кликаю. У меня вот утверждено, вот мои $50 бонусных, что вот нам дали. Утверждено. Все замечательно. Далее мой аккаунт. Что у нас здесь? Личные данные. Так, биткоин кошелек пропишите. Пароль доступа и пароль безопасности. Так, это мой аккаунт. Далее появилась сеть. Смотрите. Вот это бинар, друзья. Давайте кликнем. Вот у меня все, вот видите, в правой ноге. Вот. Левый фреш. Вот. Меня активный. Кто-то еще квалифицированный нет. Вот. Так, давайте сюда кликнем. Здесь нет ничего. Вот. Далее сюда давайте нажмем. А здесь вот приглашенные партнеры. Рефералы, значит. Как бы. Да, все получили бонусы. Видите, тоже Altron 222. У всех есть бонусы. Все, кто пришел, получили бонусы. В ожидании, что у нас здесь? Здесь нет ничего. Нет, что-то есть. Владимир какой-то. Вот. Значит, далее давайте пройдемся. Так, подождите. Так, отчеты. Подождите. Ежедневный бонус. Что у нас здесь? Нет ничего. Так, направление бонус. Тоже нет ничего. Точки. Это что у нас здесь такое? А, ежедневный объем слева, справа. Так, вывод средств. Вывод. Здесь нет ничего у нас по выводу. Так, отчеты просмотрели. Финансовый вывод. Внимание, заполнить правильно, чтобы избежать ошибок. Здесь еще как бы... У меня биткоин кошелек я не прописала. Давайте-ка я это сейчас сделаю и посмотрим. Возьму биткоин кошелек. Копировать. Так. Мой аккаунт. Так, биткоин кошелек. Давайте я заполню его. Сейчас ставить его.
Вставить, изменить. Все, я прописала биткоин кошелек. Так, вывод, что теперь у нас здесь? Ага, смотрите, что здесь стало. Минимальная сумма вывода составляет $30 США. Комиссия за вывод средств 10%. Вот. И что мы здесь? Так, биткоин кошелек. И что-то такое тут написано. Ну, пусть будет биткоин. Когда у нас будет $30, будем выводить. Вот, возвращаюсь в панель приборов. Дает, как я уже сказала, друзья, идет акция. Как долго она будет длиться, я не знаю. Но пропустить, конечно, такой проект, это, я считаю, было бы глупостью. Ничего не вкладывая, свои средства. Нам дают сейчас по акции $50. И завтра я уже получу первые начисления. И будет возможность, запишу видео и покажу свои начисления. Так что присоединяйтесь без вложений, без приглашений. Проект иностранный, будем разбираться сами. Вот, помощи ждать нам неоткуда. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.